Куда? Как круто! Всем добра, дорогие друзья, с вами Винди, и сегодня мы продолжаем с тобой играть в Poppy Playtime. У нас с тобой третья глава, мы с тобой теперь Вове в отеле. Я переехал в отель, потому что у меня так и не врубили электричество, я в Телеграме у себя рассказывал. Прикинь, вчера ночью я снимал, думаю, ну вот, сейчас кайф, будем с тобой проходить. Угу. Сейчас, конечно, вырубилось электричество, причем не просто у меня, а чуть ли не у всего города. Ладно, короче, не буду нудить тебя об этом. Продолжаем играть с тобой в Poppy Playtime 3. В прошлой серии мы с тобой приехали в город Джойвиль, где детей обычно оставляют для того, чтобы... Ну, они, как сиротки, были дома. Вот, поэтому сейчас мы с тобой где-то, я не знаю, где, в подземелье. Нас с тобой ведет какой-то подозрительный паренек по имени Олли. Неизвестно, кто это, я не знаю, кто это. В комментах написали, что авторы рассказывали о том, что Олли — это персонаж, которого раньше не было. Добро пожаловать в Gas Production Studio. Место, кстати, стоп. Вы мне еще сказали, родные, что тут на русском можно все поставить. Что тут можно поставить русский язык, да, пожалуйста. Офигеть здесь языков. Вот так вот, да. Вот. Сердце всей злой семьи. Весь газ, который исходит от машин, создается именно здесь, на фабрике. Газ называется Красный Дрим. Сейчас весь этот дым идет в правую сторону. Нам нужно перенаправить его в левую сторону. Так мы доберемся до него. Скорее всего, к машине будет приставлена парочка безмозглых охранников. Придется тебе с ними разобраться. Но не бойся, ты одолеешь их. Я позвоню, когда все будет готово. Каких охранников? Олли, каких охранников, мать твою? Музыка. Ой, атмосфера, конечно. Капец. Здесь атмосферу очень хорошо сделали. Так, но я сейчас переключить ничего не могу, потому что она сейчас вся идет направо, а нам нужно, чтобы она пошла налево. Сейчас пойдем налево, я там дверь вижу, но сначала поглядим здесь. Лаборатория. Фига себе, ты слышишь, какие я звуки издаю? Это когда я приседаю. Слушай, я, по-моему, не человек уже давно. Так, хорошо. Сюда только персонал. Мне вот эта машина очень напоминает машину из главы первой. Помнишь, где мы с тобой игрушки создавали? Очень-очень-очень напоминает. Блин, какая музыка криповая-то. О-о-о! Сейчас что-то будет, родной. Кэтнап! Здорово! Дарт Вейдер. Он прям будто бы сзади меня. Сука, вот это у меня мурашки. По звукам он прям здесь стоит, надо мной. Фух, бляха. Без единого слова меня это. И опять у меня неправильно наушники одеты. Ну, конечно. Я-то думаю, что так странно все. Так, ладно, я постоянно буду альтабаться проверять, чтобы запись нормально шла, родной. Я как бы не в своем месте, поэтому что-то может быть не так, но я надеюсь, что все будет нормально. Так, ну ладно. Кэтнап, ты, сука, страшный. Могу дернуть? Кэтнап, я даже подергать здесь не могу. Какой смысл от этого вообще? Так, ладно, пойдем. Опа, это я вижу, это мне нужно. Здесь мы кассету с тобой по-любому можем найти, да? Хотя нет, кассету некуда пока что вставить, так что, может быть, и не можем. Кэтнап всегда рядом. И если я правильно понимаю, то он ползает за нами чуть ли не за стеной. Потому что в прошлой серии в одном из моментов мы слышали, как Кэтнап проползал рядом. Здесь они делают этот самый красный газ. То есть, они реально делают красный газ, которым потом отравляют детей, чтобы детям приходили кошмары. Нахера? Зачем это компании? Какой смысл от этого? Так, я сюда пока не могу. Так, значит, нам нужно все же туда идти. Какой смысл компании, которая производит продукты, от того, чтобы в детей запихивать кошмарный газ, который будет их всех пугать и сводить с ума? Сюда могу вставить? Нет, только я могу вставлять в нужные цвета. Ага. Туда нам пока рано с тобой. Что за парочка безмозглых охранников, я бы хотел узнать. Хотя, если честно, я не уверен, что я хотел бы это знать. Так, мне тут кассету можно найти. Вот она. Моя старая добрая любимая музыка Playtime. Хвататель 2.0. Рабочий прототип. Нам сейчас новый дадут? Дополнительная длина шнура. У меня длина и так огромная.
Реально, в прошлой серии мы с тобой посмотрели, она пипец громадная у меня. Менять руки? Очень просто. Ага, теперь мы можем заменять одну руку на другую. У прототипа есть силы в воздухе. Типа он подпрыгивать умеет. Чтобы приземляться с большой высоты. Раньше я себе ноги ломал, а теперь мне ноги себе ломать не придется. Ну, наконец-то. Но осторожнее во время приземления. Когда ты падаешь на клыки, тебя убивает. Чё музыка такая не летающая? Спасибо. Пользуйся хватателем 2.0 с осторожностью. Который час? Час потехи. Класс. Фу, ну что, родной, готов? Новый грэппак. Нажмите 2 или прокрутите, чтобы менять руки. Так, стоп. А что это такое? Что это дает рука? Это та, которая подпрыгивает? Ага! Сука! Круто, мне нравится, как они это делают. Ну что за охранники, которые здесь? Так вот, я тебе так и не рассказал. Кэтнап. Я все жду, когда вот в такую дверь я загляну, и на меня что-то заорет. Кэтнап. Маленькая игрушка, которую... продает детям. Для того, чтобы детям... Это же красный дым. Меня сейчас плющить будет, да? Сохранение. Ну, конечно. Я прав? Сейчас, если какая-то хрень будет на меня... Тараканы! Сейчас, если хрень какая-то на меня будет нападать, то не удивляйся. Это нормально. Так, я могу подпрыгивать от этого. То есть я могу подпрыгивать в любом направлении. Так вот, кэтнап, игрушка... Бляха! Игрушка, созданная для того, чтобы детей радовать, на самом деле детей пугает благодаря красному газу. Вот этому самому красному газу. Если я в него упаду, я точно умру. Окей, окей. Цементный завод становится все веселее и веселее, блин. Так, я могу? Я могу это притянуть к себе. А я могу? Ага. Охренеть. Так, а потянуть туда я никак не могу, да? Так, то есть теперь я должен просто как-то отскочить? Я думаю, я должен отскочить в том направлении. Окей, окей, допустим. Так, ладно, допустим. Я не уверен, что это так должно быть, но предположим. То есть я смог просто перепрыгнуть, я, наверное, могу и назад, да, также? Отлично. Я так понимаю, в этом и была идея, да? Кайф. Так, здесь что мне? Не понимаю. Сюда мне не нужно пока что, да, видимо? Я не успеваю, родной, тебе поговорить, потому что, блин, очень много интересного здесь происходит одновременно. А я могу вверх еще подняться? Нет, не могу. А могу ли я так? Ну, конечно, могу! Охренеть! Слушай, очень прикольно придумано. Вот, и кэтнап своими дыханиями сводит людей с ума, и начинают они видеть всякие ужасы, кошмары, которых реальности нету. Но ведь здесь везде, вокруг меня есть этот газ. Он разве на меня не действует? Стоп. А могу ли я? Серьезно? Как круто. Так, ну а теперь мне надо как-то активировать, короче говоря, свою пушку. Стой. Охренеть. Ага, я понял. Блин, прикольно, смотри. Меняемся, прыгаем, переключаем. Да, тихо. Запрыгиваем, переключаемся. Такая, знаешь, простенькая загадочка, но довольно прикольно. Для Poppy Playtime это очень даже необычно. Капец, смотри, какая длина у меня. Так, мы что-то активировали теперь. Ага. Мне туда теперь надо шарахнуть, что ли? А, мне, наверное, теперь надо шарахнуть в том направлении опять, правильно? Стой, подожди, у нас там написано две молнии. Значит, я должен... А, подожди, каждая из этих штук дает по одному электричеству, правильно? То есть я должен взять вот так, взять вот так. Теперь я должен... Отсюда? Стой. Я меняю это сюда. А, я понял, то есть я должен отсюда вот эту штуку провести сюда, здесь, обернуть ее здесь и обернуть ее там, чтобы зарядить вот эту. Потому что нам обязательно для включения нужно
двойной удар вот этого тока. Блин, прикольно. Смотри, то есть ты понял, да? Раз. Теперь мы идем сюда. Теперь у нас с тобой раз, два и удар электричества. Блин, круто. Прям классная идея. Че это мне дало? Теперь у меня все еще нет питания. А, окей, теперь есть. Слушай, это очень интересно. Мне нравится, что они постоянно накатывают новые штуки. Перезапустить. Поехали. Теперь, по идее, мы газ выпустим не оттуда, а туда. Не знаю, зачем это мне. Но я смогу это сделать. Состояние генератора онлайн. Перезаливается генератор справа налево. Нехорошо. Совсем нехорошо. Газ теперь вокруг меня. Газ, вот он. Олли, ты меня подставил, сука! О, нет! Кто-то отключил питание. Ладно, я отправил тебе другой ключ. Найдешь под статуей. Используй, чтобы добраться до дома с милого дома. Как только внутри появишься, отыщи. Под какой статуей? А мне туда не надо? Выглядит подозрительно, мне кажется, туда мне надо. У меня такое чувство, что сейчас мы с тобой попали в очень нехорошую ситуацию. Прямо вот стопудово уверен. Я бы даже сказал 1000000% уверен. Ладно, ничего, все нормально. Все абсолютно в порядке. Ну, вырубили электричество, ну и что? С кем не бывает, причем кто-то выключил. Даже мы не знаем с тобой, кто его выключил. Фух, пока что мне очень нравится игра, даже не напугала никакими событиями, но постоянно напрягает меня. Стоп, здесь же был свет, да? Ай, бляха. Под статуей ключи, то есть нам опять надо вниз, да, идти? То есть в основном мы обращаемся с тобой вниз, оттуда мы достаем новый ключ и идем в дом Милый Дом сейчас. Дом Милый Дом — это одно из мест в этой локации. Я тебе сейчас покажу по карте, я его видел, когда... Когда я смотрел... Давай ключи свои. Что это такое? Генерация газа. Магазин игрушек отключен. Магазин игрушек отключен. Школа, отметка от статуса. Офлайн. Подключение отсутствует. Генерация газа. Зачем мне генерировать газ? Зачем? Олли заставляет меня генерировать больше газа. Нахера это мне? Я не понимаю. Так, ладно, нам нужно в дом Милый Дом. Дом Милый Дом — это вот там. Вон он, вот это вот здоровенное здание, дом Милый Дом. Мы его в трейлере с тобой видели. Вот это дом Милый Дом, правильно? Все игрушки развалены. Как приятно находиться в доме, милом доме, вот он. Ну привет, там попочка, мне кажется, обитает наша любимая, да? Дверь закрыта. Сюда нельзя пока что, ладно. Мы теперь имеем ключи, так что можем зайти. На меня ты не кричи, у меня есть для тебя ключи. Давай сначала я назад вокруг обойду. Что это такое? О-о-о! А здесь, мне кажется, мы покажемся в результате. Какой-то подземный лифт. Дверь тоже закрыта. Блин, прикольно, я сейчас в отеле, у меня окно, в окне я вижу людей, которые там ходят постоянно. Так что если ты в одном из дворов увидишь меня, который снимает видео, не удивляйся. Ну что? Готов? Дом Милый... Стоп, это же та локация, в которой Поппи была, да? Мы ее с тобой нашли в первый раз там. Да, точняк. Да. Помнишь, в конце первой главы мы с тобой пришли в дом, здоровенный кукольный дом. И там мы нашли с тобой как раз Попу, и игры с Попой начались наши. Маленькая девочка смотрит подозрительно. Маленькая девочка с маленькой игрушкой. Блять, опять, почему всегда должны быть маленькие девочки? Маленькая девочка потонула под камнями. Почему всегда и везде маленькие девочки-то? Нам пиздец. Ну ладно. Куда? Двери нет. Мне нравится, как мой главный герой вообще наплевательски пошел. А, красный туман. Да ладно, ничего страшного. Что плохого может произойти? Да, это точно, это тот самый спуск. Стопудово это тот самый спуск, который был у нас в Poppy Playtime 1.
Что-то сейчас будет. Что-то сейчас стопудово будет. 1000000% что-то будет. А можно я назад? А, да, двери нет. Что это за дурс пошли? Двери закрыты все. Закрыто, закрыто. Ну, все двери закрыты. Ладно, я просто пойду вперед. Родной кулачок за меня. Да я думаю, нам все равно с тобой пиздос. Какой кулачок держи, не держи, все равно тут ничего не сделаешь. Наш главный герой умалишенный идиот. Опять девочка. Опять девочка. Почему всегда они? И она улыбается. Это самое страшное, как мы говорили с тобой в прошлой серии. В какую сторону мне надо? Утром поступили трагические новости в 9:45. Местные власти обнаружили тело мальчика в поместье скончавшегося Эллиота Людвига, известного мастера игрушек и основателя компании Playtime. Личность ребенка пока официально не установлена. Тело нашли в бабуле, в верхней спальне, что? Полиция сообщает, что часть останков так и не обнаружили. Эксперты не смогли найти некоторые органы и кости. В настоящий момент неизвестно, является ли изъятие органов и костей причиной смерти. Так, пойдем с тобой пока что в другую сторону? Я хочу тебе рассказать, что это значит. Эллиот Людвиг это создатель всего Puppy Playtime. Создатель игрушек, создатель, автор всего. В прошлой части именно он нас с тобой приветствовал. Говорил, что радость детям — это самое важное, что есть в жизни у людей. Вот это вот все. Говорит, короче говоря, что... Да, и непонятно откуда это у Эллиота Людвига. Неизвестно, кто этот ребенок был. Попросили прокомментировать Puppy Playtime об этой информации. Далее дословный комментарий. Это бесчеловечно. А Эллиот Людвиг был великим человеком. Все, кто с ним знаком, понимали, что он не способен на жестокость. Конечно, он не мог совершить то, в чем его обвиняют. Он всем сердцем любил детей, таких же, как этот ребенок. Тело подбросили, и от этого представление становится еще более бесчеловечным. Мы сделаем все, чтобы вернуть доброе имя нашего создателя. Репутация будет восстановлена в суде и публично. Следите за новостями. Хлопок. Еще половина хлопка для тебя. Нам тебя будет не хватать. А можно не надо? Но я даже говорить не успеваю. Короче говоря, они сказали, что, ну, очевидно, ты все слышал. То есть, они пытаются отрицать, что Эллиот Людвиг кого-то убил. Но мы же знаем с тобой, зачем. Эллиот Людвиг по-любому взял ребенка и сделал из него кэтнап или что-нибудь такое. Вот он, этот ребенок, кстати. Олли! Олли, спасай! Олли! Олли — это парень, который со мной по телефону разговаривает. А надо ли идти на звонок? Это вообще хорошая идея или нет? А-а-а! Что так громко-то? Бляха! Тихо, родной, я чуть-чуть потише делаю. Нормально. Ну, нет, опять ребенок. Тебе надо бежать. Я понял. Ладно. Я обосрался просто. Несмотря на заверение Playtime, прям рядом со мной пропал проход. Многие считают, что замкнутость и таинственность Людвига за прошлые десятилетия заставляют сомневаться в этом. Опрошенные соседи Людвига рассказывали, что он часто возвращался домой поздно ночью и уходил из дома до рассвета. Говорят, что он был болен. Другие говорят... Не двигайся на сантиметр. Тем не менее, Puppy Playtime Co. продолжают использовать имя Эллиота в бизнесе. Сомнений нет, впереди будет долгое разбирательство. Я уже могу двигаться? Ладно, я пошел.
Родной, вот это пиздос. Вот это пиздос! Хорошо. Короче, слушай, ну, многие говорят о том, что Эллиот был болен, он постоянно уходил с утра и до вечера где-то пропадал. Может, работает человек? Вам в голову не может приходить, что человек работает с утра до ночи? Может, в клуб ходит, тусит там, веселится? Бля! Я сейчас, если что, когда меня будут пугать, я боюсь, я буду орать слишком громко, меня выгонят из отеля нахрен. Шо там за сверчок? Дверь закрыта. Я даже не дышу. Я слышу, как кто-то идет. Да-да. Дверь в другую сторону открывается. Помочь? Ладно, вы слишком быстро сдались. Все хорошо. Все хуёво. Вон он стоит. Здорово. Да, бывает. Бывает. Случается. Такое бывает, когда дышишь красным туманом. Он говорит теперь наоборот. Если хочешь, можешь это все перемотать назад. Вина преследует тебя, написано. Звуки какие-то, сука, в номере бесконечные. Так, ну я понял, я это знаю, надо идти назад. Мы это с тобой 100 раз уже проходили. Оп, и теперь вперед. Я не люблю такие хорроры. Окей, я просто давно... Постоянно кто-то стучится, кто-то бьет, кто-то ходит, кто-то скрежещет. Чё происходит-то? Налево или направо? Ну, прямо пойдем. Это котик мурлыкает, что ли? Я могу прыгать. Вина преследует тебя. Я не могу перейти через проход. Я не могу! Я, видимо, работал там? Вина преследует тебя и какой-то офисный номер. Я пока что, родной, не могу даже предполагать, если честно, мне слишком... Не то чтобы стрёмно, но как-то крипово, не по себе. Атмосфера здесь хороша. Еще ощущение того, что меня все еще пугает. Я причем не уверен, что это правда, но меня все еще пугает на понимание того, что где-то здесь, в стене или в коридоре рядом со мной, может быть кэтнап. Я возле каждой дыры боюсь, блин, проходить. Get up. Вставай. Get up. Вставай. Get up. Не хочу. Get up. Кэтнап. Я не знаю, нахера я за тобой иду. Ничего не вижу. Фонарика у меня нету теперь. Ух, чувствую, я сейчас буду орать, меня выгонят, будут орать на меня, я буду орать на них, мы будем орать друг на друга, и все будет хорошо. Когда же это скоро закончится? Давай! Напугай меня уже чем-нибудь, и я пойду! О нет, плачущие дети. Ну, по крайней мере, плачущие дети — это не смеющиеся дети, это еще не так страшно. А, нет, там на фоне кто-то смеется. Это что, приют? Ёптить, я в приют пришел. Веселье и радость было здесь, когда он это сделал. Чё сделал? Батончики закинул в холодильник, дирак. Так, тут у нас кассета. Угу, чё в кассете показывают? Я понял. Я понял, куда все это идет. К
Приветствую наших сотрудников. Сегодня ваш первый день в компании Poppy Playtime. Поздравляем. Уверены, что совсем скоро на фабрике вы обретете вторую семью, которая полюбит вас так же, как и родная. Изучайте пространство. Двери открыты. А ходите вокруг детей, им будет приятно. Вливайтесь в компанию новаторов, которые расширяют границы современной науки. Нет. Хотите заботиться о детях? Тогда давайте заложите фундамент для нашего светлого будущего. Каждому из вас отведена своя роль. Так что если завтра вас одолеют мрачные мысли о своих действиях и выборах, не волнуйтесь. Ваши руководители обязательно вас выслушают. И... если вернешься, годы спустя, когда ваша совесть изнурит вас, вы опуститесь во тьму и прах. Поймете, что в будущем вас ждет только невообразимый ужас. Меня отворачивает. Страхи, готовые сожрать вас. Я не могу отвернуться! Я не могу отвернуться! Быть может, они улыбнутся вам из тени. С осколками, торчащими с мясом и пластмассой. Они затаятся, ожидая своей очереди. Я не могу отвернуться. Я вообще не могу отвернуться, у меня камера не работает. Возможно, они не дадут времени понять, где ваше место в том оставленном мире. Теперь это их мир. Добро пожаловать. Ёб твою мать! Куда? Как круто! Как это было круто и как это, сука, страшно! Беги! Не могу бежать. Это было круто, родной. Я изо всех сил старался не слишком орать. А, избежать я не мог. Так же, как и во сне, ты не можешь бежать. Фу. У меня мурашки прям меня пробивают полностью. Родной, это было очень круто. Это было очень круто. Ладно, я надеюсь, тебе понравилось. Подписывайся на канал, оставляй свои комментарии. Ну и с тобой в скором времени. Я сегодня вторую серию, наверное, выложу, я надеюсь. Пока на этом все. Охрененно. До скорого. Удачи.